Месье, вдохновляю я. Какие у меня еще могут быть интересы? Какие у женщины могут быть интересы, кроме как вдохновлять мужчину своего? У тебя есть мужчина? Конечно. Он тебя так оставил? Что значит оставил? Он всегда видит. На берегу. Он всегда видит. Откуда? На дереве? А ты думаешь, Бог не видит ничего? А Бог твой мужчина? Да. Ты слышал про второе пришествие Христа? Я слышал все. Про пророка, которого ждут мусульмане. Так он пришел. Мусульманин? Нет. А кто? Какая разница? Он объединит все народы. А ты веришь в Бога? В смысле, как я верю в своего мужчину, я знаю, что он есть, как бы, естественно, я верю. В Бога, да, веришь? Ну, он от... мужчина, да, любимый. Да. 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 От него детей хочешь иметь? Да. А дети есть? Что? Дети настоящие есть? Нет, будет сын сначала будет. Я его видела уже, какой он будет. А когда? Когда, не знаю, но... Молодец. Ну, у него характер... Вот вы представьте, он будет сильнее, чем сын дьявола и сын Бога. Сын, так скажем... Твой сын? Да, да, да. Но новый Бог, это же не просто, так скажем, Бог в старом понимании, да? Это Бог и дьявол в одном воплощении, вместе, в гармонии. Что? Представляю, что получится. Так я не представляю, я вижу и знаю, что получится. А что получится? Так гармония настанет в мире. Освобождение идет, ребята, свобода пришла. Да. Свобода — это Геленджик. Хорошо. Вы правильно, кстати, рассуждаете. А? Вы правильно рассуждаете. Кто-то рассуждает: ой, был, жил бы я вот там, был бы свободен. А вы рассуждаете: я тут, значит, тут свобода. Все правильно. Ну, не надо свобода. Никуда бежать. Свобода? Да. Отпуск зачем дается человеку? Он отдохнул. Хорошо поработал, хорошо отдохнул. Свое дело. А я всегда отдыхаю. Как вам? Естественно. 18 уже есть? Зачем вам? М? Мне безопаснее сказать, что мне 17 лет, если что. Безопаснее? А мы ж не перелазим. Стоим спокойно. Ты футбол смотришь? Я все смотрю и все знаю. Завтра с Азербайджаном. Как Россия сыграет с Азербайджаном? Ты играешь? Да мы играем давно. Все играем. Не, конкретно вы играете. Играем. А, прикольно. Да, я люблю футбол. Давно, кстати, не смотрела, но могу посмотреть. Пляжный, любишь футбол? А? Пляжный футбол не любишь? Пляжный? Да что-то как-то нет. Для животных. Ты не хочешь на футбол сходить сегодня вечером? Сегодня вечером во сколько будет? Мы идем в кафе. Ну, мы в 7 часов пойдем. А, 7 часов. А далеко, кстати, отсюда? А? Далеко отсюда? Мы в центр пойдем. Нет, центр. Центр, да? Можно, наверное. Ну давай, что, телефон запишешь? Есть телефон? Есть телефон. Ну, запиши, запиши шлепка, телефон. Около шлепок. Нет, с собой у меня нет телефона. Я не ношу с собой телефон. 528, 3 тройки, 2 двойки, 05. Я, конечно, смогу эту информацию достать. А, у меня же запись идет. А, ништяк. Записать, не? Да у меня есть запись, что ты? На записи. Да и вообще то, что это все происходит, знаем. А? Да. Конечно, да. Так что. Не, кстати, да. Да. Однажды, кстати, вас увидит весь мир. Я, так скажем, пишу мультимедийную такую штуку вместе с диалогами, с видео, с музыкой, да. Книгу пишу. Она будет называться типа «Как спасался мир». Апокалипсис. Не-не-не, мое вино стоит вот там. Там у меня есть стакан с моим вином недопитым. Я подать? Я не перелазил. Да не, я не хочу. Смотри, ты же говоришь, не пью. Мир спасет нас. Мне можно все. Я могу делать хоть что. Я могу говорить хоть что. Я могу делать хоть что. Нет, не умею. Вообще ничего. Вообще ничего. А? Плавать умеешь? Плавать? Ну так, что-то болтаться умею. Болтаться? Ну да, что-то там. Бултыхаться. Ты не олимпийская чемпионка? Ну, олимпийская чемпионка я была. А?
была олимпийской чемпионкой. Когда? Да черт его знает. Жизнь-то долгая уже у человечества. Татуировки. Татуировки зачем? Да. Не оберегают. Конечно, вы вообще самую точку. Молния – это гнев и сила Всевышнего, так что я под защитой Всевышнего. Я, кстати, там только... Молния. А? Так там молнии нет. Там молния. Нет. Да. Ты споришь, так скажем, то, что у меня на татуировке? Ну, я, наверное, ее делаю. Правда, я ее делала 5 лет назад, но только сегодня узнала, почему я ее сделала. Две молнии. СС. 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 Тоже, это божественный индийский знак. Да? Две этих, да, молнии. Да. Это буддизм. Да. Буддизм, христианизм, да какая разница? Единые все, Господи. Так жить-то собираюсь. Как жить собираюсь? Как богиня, как боги мы будем жить. Так вот. Если женщина хочет жить, она проживет свою жизнь так, как она захочет. Да, а я хочу все. Ну а что все? Ну, весь мир не завоевать тебе. Тебе нет, а я смогу вместе со своим. Чем? Богом? Да. Объять необъятные, знаешь, да. Так да. Это вы не можете, вы люди, я потому что. Я даже не по религии говорю. Это человек несовершенен. Так вот именно, что вы человеки, а мы не человеки, мы не люди. Вы эти. Инопланетяне. Да, как вы не понимаете-то? Да не, я с тобой не спорю. Так со мной никто не спорит. Потому что я переспорю всех. Я пытался с тобой поспорить, видишь? Получается, в споре рождается истина, понимаешь? Для вас, да. Что ты дерево снимаешь? Я не... Ты что, дерево, что ли? Греческий. Греческая богиня. Идеал красоты, вот там на пляже стоит. Вот это идеалы. У каждого свое, как говорится. Да. Без женщины не родился бы ни один мужчина. Да. Женщина – это начало. Женщина – это мать. Что первое, курица или яйцо? Да. Я вам скажу. Бытье или не бытье? Быть или не быть? Be or not to be. Быть. Что первично, материя или мысль? Мысль, конечно, первична. Правильная мысль тут, идеальная фигура тут. Я ем все, что мне хочется. И сколько мне хочется. Вы не с Краснодара? Я с Урала. Татарская девушка с Урала. Да, похоже лицо. Да. Вы знаете, что татарские жены самые лучшие? Слышали об этом? А? Слышали об этом, что татарские жены самые лучшие? Ну, неверные. Неверные? Верные? Да. Они пипец какие верные. Ну хоть, ну за всех не отвечаю. Не, у тебя вот знаешь, у тебя темные волосы. Это уже говорит о женщине, что она будет и красивая, да. И родная. Это же физиология, понимаешь? Круто, спасибо. Хи-хи. Всегда темная женщина, она будет. А знаешь, почему женщины длинные волосы были? Почему? С первобытного строя общины. Почему? Всегда длинные. Ты не знаешь, ну? Чтоб ребенка закутывать, волосы согревать. Да ну нафиг, правда ну, что ли? Конечно. Нифига как, себе. Какая одежда? Там шкура была, а ребенок-то все равно шкура. Поэтому. И волосы закутал, длинные волосы были. Ребенка закутал. Ты не из Казахстана? Я же сказала, что с Урала. Думаете, за это время что-то изменилось? Уралочка. Уралочка. Уралочка-русалочка. Екатеринбург. А где там Урал? Какой город? Пермь. Да. О, Амкар. Да. Я там лежала на стадионе, ночью смотрела на звезды. Вот так я люблю футбол. Или на воротах. Так ну там охранники, там без палева перелазишь и тусуешься. Ты одна тут приехала? Ну, мы вообще приехали с друзьями. Но в первый же день мы, так скажем, расстались и начали отдыхать по-разному. Я вообще одна отдыхаю всегда.
Не, я одиночка. Волк одиночка. Да, я волк одиночка. Где твое вино? Мое вино там. Там где? Ну где-то вот там. Да не хочу я вино, пусть оно там стоит. А где живешь? Вот там. В санатории? Нет. Я живу у грузина. У грузина Михаила. Твой друг? Да, это мой друг. Он меня защищает, охраняет. На улице Блока. А что на улице Блока? Здесь есть улица Блока? Да, мы там стоим. Это недалеко отсюда? Да нет, недалеко. Это сколько минут? 15-20. Ну и нормально, что? За центр. Нормально. От центра 10-15. Ну вот и поясните мне. Что с вами разговаривать? Языком просто трещать. Я лучше созиданием займусь. Ладно? Пиздобол мне.